В Звенигороде благоустраивают дворовые территории. Сейчас работы ведут в квартале Маяковского у домов 31, 33 и 35. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков проверил ход ремонта. Это проезды 1400 квадратов, это, соответственно, тротуары и около 150 метров квадратных – это парковочное пространство. То есть идет замена бортового камня дорожного и садового на тротуарах, полностью замена асфальтового покрытия. Все работы ведут согласно графику. В рамках поездки парламентарий провел прием граждан в Звенигороде. В числе обращений – просьба местной жительницы. Она просит помочь с покупкой необходимых ей лекарств. Выздоравливайте. Как приятно, что так быстро. Большое вам спасибо. Записаться на прием к парламентарию можно по телефону 8-915-351-17-21. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».